Вот начала снимать видео, это просто, может быть, я, конечно, их соединю, потому что там смешно, я выматерилась. Но просто, ребятушки, вот понимаете, больше снова не буду повторять, блин. Ну вот, посмотрите, что мне подарила жижа, да? Что мне подарила? Кто еще скажет про мои бредовые идеи? Просто идет в сад вообще. Вы посмотрите, да? Вы посмотрите. Тут вообще все надо показывать. Как вообще здесь гранит, ну, столбы, они столбы, посмотрите, они все жижевые, посмотрите, да, посмотрите. Все жижево. Посмотрите, какая тут вот это вот, посмотрите. Это вообще невероятно, посмотрите, это вообще что? Вот это что, да? Какие-то слоновьи ножки, натуральные слоновьи ножки, посмотрите. Сейчас я вам поближе покажу. И все, а тут, посмотрите, даже еще у нас кладка. Тут идет строительство, и даже я вижу какой-то, вот знаете, на экране какой-то, как будто бы есть какая-то вот, ну, типа, не какой-то вибрации, непонятно. Вы посмотрите дерево, как, посмотрите, как дерево соединяется. И все наши сопли там, понятно, да? Ну, посмотрите, все в нашем стиле. Это просто невероятно. У меня нет слов. Поглядите. Посмотрите, да? Посмотрите. И посмотрите здесь, как кладка, видите? Вот. Поглядите. Это вообще, как мне... Я причем до этого сидела, смотрела в телефон, пыталась зарядить одно видео, да, и вдруг поднимаю глаз, и я вижу вот это. Это просто... Это строится полностью какой-то город, ребятушки. Вот, пожалуйста. Вам строительство городов, и арок, и туннели, там, и все, и же с ними. Я сейчас с первого этажа начну. Я просто пошла короткие видео делать. Но посмотрите, я просто сначала здесь покажу все стены, все жижевое, видите? Все жижевое, то есть камни даже... То есть вот это вот эти образования, их даже камнями нельзя назвать. Это понятно, то есть и так видно, что это все. Посмотрите, поглядите. Поглядите. Посмотрите. Да? Посмотрите. Что творится? Корка. Посмотрите. Там уже кладка. Там, по-моему, какая-то типа паутина опять, да? Посмотрите. Нет, это мне так показалось. Ну, вот есть, но это не совсем то, что я думала. Посмотрите. Ну, вот она. Видите? Соединяет как-то, на видите? А тут посмотрите, что там, смотрите. Такое мы видели в шахтах. Белая такая вата. Видите, посмотрите. Обалдеть. Просто невероятно. Невероятно. Видите, типа такой известняк, да? Видите? Мол. Считается известняком, да? Вон. Поглядите, тут вообще все просто. Ну что это? Масса такая вообще. Вот, вы посмотрите, что здесь. Еще почище, чем там в туннелях. И вот тут уже есть вот такая вот, кстати, паутина, видите? И смотрите, она мне не дает сильно фокусировать. Ну-ка. Начинает расплываться. Посмотрите, что здесь. Видите, вата. Видите? Белая. Вот. А сейчас я, посмотрите, я сейчас снизу все вам покажу. Просто это просто невероятная штука. Видите, здесь тоже наша как бы полигональная даже кладка, да? Тут какой-то колодец, да, идет явно под землю. Поглядите. Видите? И идет вот стена, смотрите. И стена, посмотрите, как идет. Все жижевое. Посмотрите. Поглядите. Это просто невероятно. Поглядите, как здесь. Как здесь все. Посмотрите, белое все. Какие процессы. Какие процессы идут. Обалдеть. Посмотрите. Поглядите. Это вообще, посмотрите. Видите, какой камень? Смотрите.
Здравствуйте. Уже есть одна, видите, прямая, кстати, да? Потом будет все тут красиво сделано. Тут, видите, кирпич образуется, посмотрите. Порошок, посмотрите. Офигеть. Поглядите, как здесь все. Тут крем какой-то даже, да, как будто крем. Вот, пожалуйста. Кирпичный цвет идет, видите? И вот идет такая дырка, да, видите? Типа окна. Смотрите. Вот. Сейчас я вам все покажу. Посмотрите. Посмотрите, это вообще это что-то с чем-то. Это что-то с чем-то. Это вообще что-то с чем-то. Вот это моя лучшая работа. Это просто подарок судьбы. Это просто вообще невероятно. Невероятно, какой высоты будет туннель. И тут, видите, идет. И посмотрите, там еще внутри. Посмотрите, 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 как вот. Видите? Да? Коралловый риф, да, видите? 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 Вот теперь все останавливаются, блин. Хочу вам показать кладку внутри. Посмотрите, кладка внутри. Посмотрите. Посмотрите, жижа вообще голубая. Посмотрите. Поглядите, голубая вообще жижа. И посмотрите, как здесь. Посмотрите. Четко идут разделения, видите? Накладку. А тут корка такая образуется, видите, сверху. И будет красивая потом стена. Поглядите, все, 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 все в жиже. Смотрите. Все в жиже. Ужас, ужас, ужас. Здесь вообще просто жижевый. Жижевая масса вообще. Смотрите. И вот тут, посмотрите, что. Кладка уже, видите, да, такая? Смотрите. 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 Посмотрите, как видно с этой стороны. Это вообще, как вот эти жижи видно. Ой-ой-ой, какие потоки, ребятушки, какие потоки. Какие потоки. И вот опять там кладка уже образуется, видите? А тут еще ничего. Так, сейчас выйдем на улицу. Посмотрите. Посмотрите. Все, 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 все здесь в работе. Все здесь. А там, может, посмотрите, уже кладка. Да, посмотрите. Вот. Посмотрите, посмотрите. Видите? А тут уже, посмотрите, выпукло идет, видите, посмотрите? Прямо вот разделилось, посмотрите, пирожки сделались. Вот. И вот тут какие-то, мол, бесформенные, но как-то все это красиво. А сейчас мы поднимемся, тут тоже, видите, стена идет. Тоже стена идет, видите? Смотрите. Тоже идет жижевая стена, видите? Посмотрите, 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 посмотрите. То есть это как бы дорога такая, да, на которой я стою. А сейчас мы пойдем на второй этаж. Ой, ну вообще невероятно, невероятно. Просто невероятно. Видите, да? Невероятно. Так, сейчас я вам все сниму и сниму еще и этот... Этот, посмотрите, здесь нишки, посмотрите, посмотрите, и образование, образование как гранитная корка даже, посмотрите, видите, посмотрите, да? Видите, тончайшая, посмотрите, тончайшая, как будто вот корка гранитная.
Видите? Кстати. И тут, посмотрите, наша паутинка. Видите? Паутинка. Не паука опять. И посмотрите, какие ступени-то еще с дырочками. Все поглядите, да? Амбразурочки такие, да? Ну, прямые, смотрите, смотрите, смотрите. Посмотрите, здесь все жижа, посмотрите. Это как в Милане у нас, это вот жижа, да, когда вылезает там с центра города, когда я снимаю, вот тут тоже, видите, колодец. Вот. Точно такие же жижи у нас в Милане, ребятушки, в центре города. Вот. Только туда все идет под землю. Видите, нишки, да? Тут нишка. Все жижи. Вот. Сейчас я вам покажу корочку вот эту. Ну, посмотрите, посмотрите, посмотрите. Посмотрите. Поглядите. Обалдеть. Смотрите, здесь что вообще? Здесь что? Вот эти потом ваночки делаются, видите? Посмотрите, здесь отверстие, да? Здесь отверстие. Посмотрите, как здесь. Видите, корка. Там, видите, паутинка наша. Смотрите. Видите? Вот, посмотрите, посмотрите. Корка, видите? Образуется. С налетом, с белым каким-то, потом это паутина образуется, знаете. Потому что сейчас это налет, это никакая не паутина. Хотя, ребятушки, она трогаешь, кстати. Вот ее, видите, она здесь. Видите? Паутина наша, да? Есть паутина, есть белый налет. Там корка идет. Уже свет такой не очень. Посмотрите, посмотрите, как здесь вот прям видно вот корка, да, от чего-то вот. Какое-то что-то растет, видите, корка сверху. Розовая корка, это какой-то будет камень у нас, ребятушки. Посмотрите, образование прям камня видно тут. Посмотрите, тут корка тоже, да? Розовая, видите? Вот. Видите? Тут как будто что-то кирпичное. Но мне кажется, это все будет красный, красный гранит, ребятушки. И поглядите, здесь какие-то гребни, да? Смотрите, как у акулы, зубья акулы, да? Вот. Вот. Короче, и вот второй этаж у нас, понимаете? Вот второй этаж, посмотрите. И вот эти вот, опять вот эти вот как колонны такие, да, торчат гребни, видите? Что везде уже. Уже раза в трех местах я сняла вот эти гребни. Вот. Надо передо мной ставить. И вот посмотрите, что у нас образуется вот там. Поглядите. Посмотрите, да? Это вообще невероятно. Посмотрите, вот это белое. Кстати. Посмотрите. Да вообще, кстати, что? Что вообще-то? Просто. Поглядите. Сейчас скала на меня упадет. Просто невероятно. Кстати. Обалдеть. У меня нет слов. У меня нет слов. Сегодня вообще день просто. День не просто развален. Вот посмотрите здесь. Паутина какая. Посмотрите. Видите? Ребята, это вообще... Я просто могу снимать, потому что у меня нет слов. Там еще фонтанчик, да? Сейчас я еще зайду внутрь. У меня просто нет слов. Я просто наслаждаюсь. Вот, посмотрите, опять, посмотрите. Паутина, не паутина. Там вообще просто белое все. Вот там вот, смотрите, там. Все белое. Видите? Да? Ой, какие проходы там, да? Какие проходы. Это просто
вообще. Тут у нас лесенка уже образовалась. Ну что, пойдем сходим туда, потом я покажу вам эту стену. Смотрите, какая лестница, опять же, да, вот, посмотрите. Да, посмотрите, вся, как сказать. Еле собравшись, еле собралась в лестницу, да, как бы. Не, ну просто, просто непередаваемо, непередаваемо. Посмотрите, какая дырка-то. Пойдем туда, скажем. Ой, 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 ой. Просто, ребятушки, это вообще, кстати. Кстати, работа кипит, да? Смотрите, какой камень тут, видите? Розовый опять, видите? Розовый. Видите, что здесь? Братцы какие, да? Кстати, как будто это дерево, да, кстати? Вот, и все розовое доверху идет. О, там вообще белое, розовое, все серое. Все во все просто цвета и, как сказать, и извращение, заворачивание. Вот, смотрите, здесь туннель уже образуется, видите? Видите? Туннель, да? Ой, какой камень, посмотрите. Это вообще просто, посмотрите, посмотрите, что здесь. Просто ужас, ужас, ужас. Ну, ужас в хорошем смысле, видите, это камень, ребята, вот это камень, как будто дерево, посмотрите. Посмотрите, как будто человечное, посмотрите. Видите, это вообще просто что за жижа? Что за жижа? Вообще. Видите? Если каждый с ним буду снимать кусок, у меня просто отвалятся руки. Посмотрите, какая паутина, да? Смотрите. Так, сниму сейчас. Глядите, так лучше видно. Как здесь холодно, ребята. Может быть, надо, чтобы... Ой-ой-ой-ой-ой. Туннельчик, видите? Туннельчик. Ой, какие же здесь вообще просто... Вырытые уже у нее тут. Обработанные, да? Не обработанные, а еще только начало работки. Обалдеть, обалдеть. Обалдеть. Просто. Посмотрите, какие вибрации. Кстати, как будто... Видите, это камень, ребята, как будто это бумага, кстати. Глядите. Кстати, кстати. Как будто это бумага, да? Даже он, мужик, удивился, что неужели это камень? Потому что, видите, как будто корни деревьев, да? Видите? Вот. Просто удивительно. Тут еще какой-то гость. Кстати, кстати, что здесь? Это вообще, я не могу просто остановиться, другое видео включить. Потому что это слишком-слишком круто. Слишком круто. Так, ребятушки, включаю другое видео, потому что и так мне же неинтересно смотреть. А... Еще по 20 минут. Тут, видите, уже кладка такая образуется. Посмотрите. Посмотрите. Видите? Ладно, все, включаю другое видео.